Да. Не. Надо это. Как спать уже пора. Да. Так, пошли. Ну как бы можно убить этим рейдом свет, ладно. Это долго, конечно, учитывая, что трэш надо бить. Я тоже устал, я бы тоже пошел спать. Ну, давайте расход дальше, да, проход по ситуации как получится, поэтому давайте тебя принцов убьем. Какой-то проход. Десятки обычки, блядь. Ну, вообще-то у нас продлевают и коды, и все остальное. А зачем? Ну, чтобы лича закрыть. Тут никому ничего не нужно, кроме лича. Люди должны учиться от синдру лича трай. Есть получается предложение закрыть принцов и вальку, блядь. Ну, это как вы хотите. Че, Лану мы тоже должны же. У нас есть топор друг. И саппорт Саван. Савана минутку отошла по сердечным делам. Звезду бьем. Пять стаков на трэше, блядь. Даже не прокает. О, 6, 6. Я думаю, что ты забираешь. 6 еще, оказывается. 9, нахуй. Да, когда бьют, нормально. И все, и спал, смотри. И все, спал, да. Ну, я говорю, это ППГшная, такая тринька ППГшная. Но она вот хочешь забрать? Я не знаю, ну давай. Но она как бы, ну, она хлам обычно. Ну давай. Где-то там орган. О. Она ППГшная. РБК, наверное, закатит. Ну можно какие-то БКшные инсты есть. Немного есть боссов, где много боссов тебя бьют, блядь. Стоим внизу. А мне нравится, знаешь, вот этот профа. Орган, я его ассоциирую с почкой. И он такой, ну, берешь его, когда он так звучит, смешно так. Почка. Че, убили? Да. Там. Да. Командира держу. А это кто интересуется? Фост. Иди в этот, в рейд, я погнал на выход. Все, захожу, буквально минут. ЕПА ты получил свою за профи. Зачем ты ему об этом сказал? Не знаю. А я есть живи. Прохил! Я встань, стой. Ты понял, из-за этой уровня тебе не доставал, я просто в шоке. Петух. Шейпер. 500 голды за квест. Заберешь мне двое. Мы тебе пол брюлика сделали, 12к стоит брюлик. Объясните, Роми, кто за брюликом уже мечтает, он сопли пускает. Стоим внизу. Я выпрыгнул. Заходи, может, меняйте фростон. Ну, с Фаустом, вернее. Скифон. Кота. И после трэш. Туда мы на лану не идем. Пойдем. Ну если че, без скифона мы там обосремся. Ну я точно. Мне кажется. В смысле, а че без скифона? Скифон у вас в рейде. Спекнем третьего хила, боже. Три хила будете бить и все. А дамажик кто, блин? Ну, вроде в три хила нормально хватало. Один Роми? В прошлый раз три хилаш убивали или нет?
десятку, я имею в виду. Не знаю, я вам не был. Вот хитрец, короче. Когда уже все повайпались, блядь, взял Рэлла в конце. Почему? Да я прикалываюсь. Ну, у тебя, так сказать, были шансы проявить тебя. Не, ну, оно понятно, да, люди там что-то у нас запоминают, откладываются, что-то. Это просто пришел с кифон, чем нахилил, просто в два раза больше, чем мы тогда. Ну да, там не тащили хилы вообще. Да я смотрю, блядь, слизень пробегает, нахуй, вообще, блядь. Фул рейд, нахуй, взрывается, блядь, и фул рейд стоит. Ну, потому что ходки висят на рейде. Или присту... А знаешь, как прекрасно, блядь, в кукле сидеть, на, когда на тебе ходки висят? Воу. Да я и без ходок нормально все выпивал. А я тоже. Когда ходки, я мог просто сразу выпивать, а не оставлять лужу, блядь, попивать, блядь. Роми, не забывай кричать на апс. Мертвые не кричат. Че, мы прописываем, кого проф пробитый или нет? Пробитый, блядь. Пробитый? Ну давай пропишем. Я сейчас иду в заметку, да? Да, имею в виду в заметку. Ну это в заметках можно тогда писать какую-то, например, букву Ё перед... перед всем. Там П плюс мы поставил кто-то. Ну я поставил. И прист вот этот свобод, да? Да, но слабо факай, но мне там места не хватает сейчас, блин. Шейпер, а это очень ну, неправильный вопрос. Обычный. Какой неправильный? Это обычный вопрос. Я спросил, сколько у тебя СПД? Все. С тотемом или без тотема? Я спросил, с бафом оружия, а чё непонятно? Без тотема, значит. Просто баф от этого. Оружие жизни как-то там. Оружие жизни земли. Всё. Сейчас хил Подожди, а оружие жизни земли что ли дает к скорости каст? А при чем тут каст? Нет, я СПД спросил. И у тебя за СПД. До плечения 42-40, короче. Ты сдохнешь. Сила заклинаний. Отходи назад, хилы-то, они все внизу же стоят, ты же сдохнешь. Ну, это оно, нормально. Я вот встану, вот сейчас точно сдохнешь. Они же все внизу стоят, они же румынские разведчики. Рэпер, сколько у тебя крита, скажи? 37. Ну, саракет, ман. Я в курсе, у меня голый шаман, если чё. У тебя мана восстанавливается от щита и от крита. Я в курсе! А чё вы орёте? Я умею читать. А задайте вопрос еще раз, давай я отвечу за него. Сколько у шамана СПД? 3000. 3500. 2800. Ты не, чуть-чуть не угадал. 4666. Это у меня 3000. Ну, поэтому мы и падаем. Ну, сейчас 3800 под бафом. Под проками там. А, штука, да, один из своего шамана. Так долго трешка лупает, это капец. У меня под проком через быстрину игры, а на селфах 5200. Скифон, спекайся в ДД после трэша. Ты что, в одного хила? А, там же этот фоус. Я на двоих. Я в армис. Что же объединяет эти три класса?
легендарный топор. Ну теперь я думаю, оставлять дробяшку по 15% РП или топорик ставить, блядь. Вот это проблема, как бы. Переделывать под крит. Да. А что у тебя за такой? 260? А то, который с этого, по-моему. Копье лучшего зря. Арс топорик, там же шанс 5 крита. Я знаю, что крита, но под этим, под талантом вот этим, у меня плюс 15% РП. Копьёк, ты можешь потестить, но мне кажется, топор лучше. Нет, дробяшка лучше. Копьё. Там у меня там 90% РП получается с ним. Копьё лучше. А у тебя нету капа? Да конечно, что нету, с чем, блядь? А, я думал, у тебя капа есть. Лучше всего копьё оставлять. Почему? Потому что оно протыкает. Через агилу, да? Точно. Ну, блядь, спулится так или нет? Алло, блядь. Ля, звездопад под сферы. Выхрен разбежались. Имба вообще. Тут он просто сферы подмажет. Сова на сферах. И шипашник помогает. Пружинка. Или это точечно. Кто не умеет, не подходите даже, блядь. А на сферы ждоты можно кидать? Нет. Бесполезно. Блядь, пружинка. Ну, вы же кинетиках, я Идите нахуй от пинцета. Геру, блядь, подожди. Блядь, кинетика падает. Вихрь, милики разбежались. И на шаману гимн. Что-нибудь. Ты говори конкретно, кто гимн? Кто Иннер? Ты полный Иннер. Иннер даст. Или нужно имена говорить? Я когда одновременно... Паспортные. Роми, зря ты влетел сюда, блядь. Куда я влетел? Ты чё? Келесета. Ты чё, бухой что ли? Я видел рывок от тебя. Сейчас же боишь каким-то тело. Я вон полдора побью там. Ты видел там, по-моему, ретрик бури здесь шары темные. Нормальные шары там у тебя. Стальные, блядь. А мне сейчас пизда будет. Все,
наверное. Так, дай уже. Блять, тебя без так. Так. Почему вы за меня пружинки кидаете, тварь, блядь? Чтоб не расслаблялся. Еще и огонь меня кинул, блядь. Чё ты ко мне? Приз, давай маму. Ой, Дима, маму. Могущественный. Блять, еще два ляма, да? Чё-то мы колупаем вообще уныло. Нетика, блять! Совье, тошнят сфера, она сама их бьет. ШП, почему ты по сферах не играешь? Только туда и играет. Выхали, разбежались, милики друг от друга. А в кидае без маны вообще, блядь. Довели, беднян. Шаман без маны. Кинетика над скелесетом. Три велики кинетик убьё. Ай, лол. Я тоже помогу. Побиваю танком как-нибудь. Геру дай. Пиздец. Ты видал, как фурики умеют кинетик убить? Я танка умею бить. Я, если чё, шары... Это на футбол похоже. Я шары, если чё, на лече фуриком бил. Ледяные, на переходке. И убивал. Добивай. Дал за то, как я могу чаржиться. Это просто нечто. Хорошая рука на рейтинге. Топовые тапки. Все, давай заканчивать. Мы сейчас просто повайпаемся и все. Так что делаем? Вана вас обиделась. Пойдемте Валю, короче, обработаем и пойдем. Проблема Вали как раз в таком, что там трэш. Много трэш. У нас что, ДПС на трэш даже не хватит? Нет, просто вы его офигеете сейчас пока чистите. Я так вижу, что, да? Короче, вообще идем дальше, жмем да, не идем дальше, жмем не готов. Да не, они, ну они перепутали. Фоуст перепутал, Скифон перепутал. Ну, не идем дальше, не, я не хочу. У меня, во-первых... Ставим допронос или все? Давайте подумаем насчет допроноса. Ставьте в любом случае допронос. Да, да, нет, нет, будет видно. Просто надо идти дальше учиться. В любом случае люди не умеют играть синдру и много чего не умеют играть. Если есть время и получится желание у людей сходить, надо идти. Давайте вот так сделаем. Сейчас в рейде 10 человек. Кто сейчас в рейде, там, кто на замене тоже, напишите... Завтра во сколько вы будете онлайн точно? Стоп, смотри, завтра же десятки в 12, потом 17 виклик. Ну, можно после десяток до виклика, но тут под вопросом.
Если нет, кстати, в воскресенье ничего нету по событиям. Никто ничего не написал, значит, на допронос никто не придет. Теперь пишите воскресенье. Ну, вон, Гарри пишет воскресенье, Скифон тоже воскресенье. Теперь пишите не просто воскресенье, а во сколько воскресенье. Каждый напишите, во сколько вы будете или не будете. Если вы не будете, пишите, не буду в воскресенье. Если вы будете, пишите, буду в 15, буду в 14, буду в 13, буду в 10. Ну вот Орхидея увидел, Лачдан увидел. Кто еще? Точно не знаю, Фоус не знаю. Ватданск. Ладно, воскресенье, значит. Так. 15. Так, 15 поставлю. Поставил на 15 воскресенье. Если лич убивается в воскресенье, то 400 ИП. Не вижу объявления. Воскресенье переоткрой. Календарь. Не вижу. Как не вижу? Вот так. Все отображается в воскресенье. Переоткрой просто. Наша релогнис. О, все сейчас спать собираются? Или может быть кто-то хочет с топ-протоваром сходить в РБК? Пошли. Я даже похилил. Два, погнали. Я подойду.